Телевизионный проект «Пластика Лайф» представляет клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Это «Пластика Лайф». С момента операции наших участниц, мама пластики Ольги Трофимовой и пересадки волос Антонины Фоминой, прошло 1.5 месяца. Все это время мы наблюдали за тем, как проходит у них период реабилитации. В настоящий момент Антонина принимает витамины для роста волос и следует всем рекомендациям Николая Сергеевича Лукачева. Следующий плановый визит к врачу ее ждет лишь через 3 месяца. Восстановление Ольги проходило под тщательным наблюдением Ивана Ивановича. Необходимо было принимать антибиотики, соблюдать постельный режим, отказаться от физических нагрузок и носить специальное корректирующее белье. Пластика Лайф. Сегодня мы встречаемся с нашими участницами уже не в стенах клиники. Обе девушки вернулись к привычной жизни со всеми ее радостями, которых, кстати, стало больше после того, как сбылась мечта. Ну, родственники звонят только как. С Челябинска, которые живут. Ну, молодец, говорит, что попала на проект, что сделала, хвалится. Челку и волосы немножко постричь, ну, попросила парикмахер. Более модный, да, я стану, вот так. Очередной сезон проекта «Пластика Лайф» завершает фотосессия наших героинь. Парикмахер-стилист Светлана Шевченко готовит к съемке Антонину. Челку я сделала просто более модной и челку, которая идет Антонине больше, ее внешним данным. Прямые гладкие волосы подчеркивают ее красоту. Антонину природа одарила щедро, и я хотела это показать. До свидания, спасибо. Все вместе мы встречаемся в фотостудии Ксении Преображенской. Ольга уже здесь, и она успела пройтись по магазинам и выбрать новое белье нового размера. Привет. Привет. Как у тебя дела? Сейчас уже спортивное белье ношу, уже все хорошо. Хорошо. Видите, как волосики пожелали? Да ничего, уже старые выпали, новые растут. Да. Щетинка уже появилась, ну? Здорово, шикарно. Да. Молодец. Пока фотограф Ксения Преображенская готовит площадку, визажист Евгения Кадырова создает специальный макияж для студийной съемки. Ощущения, вообще эмоции, это все потрясающе, замечательно. Мне уже можно носить белье спортивное, заниматься фитнесом и радоваться. Абсолютно никакой боли, все замечательно, потрясающе. Все говорят, как своя, натуральная, наконец-то свершилось. Теперь можно делать все. Можно горы свернуть. По мнению Ксении Преображенской, профессионального фотографа и к тому же дипломированного психолога, фотографироваться нужно не просто на память, но и для того, чтобы почувствовать прилив уверенности. Фототерапия – это очень быстрый, действенный способ поработать со своей самооценкой, раскрыться как-то и узнать себя с другой стороны. Девушка раскрывается, становится вот как распустившийся цветок прекрасный. Сейчас она, безусловно, себя чувствует уверенно, ведет себя и подает себя как красивая и уверенная в себе женщина. Ну, а съемочная группа «Пластики Лайф» все же навестила, на наш взгляд, самых главных героев проекта – хирурга Ивана Ивановича и трансплантолога Николая Сергеевича. Сейчас уже прошло 1.5 месяца после операции, мы уже можем судить о том, какая будет форма, в частности, молочных желез. Мы можем судить уже о том, прижились ли пересаженные волосы у Антонины. И мы можем констатировать, что все хорошо. Послеоперационный период был очень гладким, у нас не было никаких проблем с ними, все быстро заживало достаточно. Эмоциональный настрой очень помогает нам в работе. Когда пациент против какой-то операции или манипуляции, конечно, результат может быть не отличаться от ожидаемого. Антонина очень настроена на операцию, она была очень настроена на результат. Мне кажется, она стала все-таки более уверенной в себе. Мы дали ей возможность что-то изменить в своей жизни, поменять. Пластика Лайф. Я желаю вам не бояться. Если ваше желание связано с изменением внешности, пожалуйста, приходите, мы будем рады вам помочь. Антонине я могу пожелать всегда оставаться радостным, все, смотреть теперь на мир новыми глазами. Мы верим в то, что изменения внешние обязательно приведут к изменениям внутренним и к тому, что человек будет более уверенно себя чувствовать, и ему все будет по плечу. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Задай вопрос профессору Диплексу на сайте www.lifenew.me. lifenew.me. Моя новая жизнь.